Ну подожди ты. Я купила для Бади новый домик. Поскольку со старым у него какие-то довольно-таки прохладные отношения и спать он в нем не очень любит, я решила попробовать другой тип домика. Я увидела домик, который был сделан в виде палатки. У него открывается вход, и можно оставить его всегда открытым. Там есть такие липучки, на которых можно оставить вход, закрепить дверцу. И сама дверца на молнии. То есть можно его закрыть, как в настоящей палатке. Мне показалось это забавным и интересным. И я, конечно же, взяла такой домик для Бади, чтобы он мог попробовать. Поскольку Бади не очень нравится спать, когда слишком светло, я подумала, что вот эта вот дверца, она будет очень кстати, потому что она будет как раз предотвращать попадание большого количества света в домик, и ему будет комфортно спать в этом домике днем. Ну вот, Бади обследует домик. Вообще было заметно, что Соболю сразу понравился этот домик. Во-первых, он темный, и там можно что-то прятать. Во-вторых, туда не попадает свет, его не так много попадает, и там можно спать днем. Еще, по-моему, Соболь очень оценил вот эту дверцу и то, что она прикрывает вход. Я решила эксперимента ради вытащить подушечку изнутри домика и положить ее отдельно, посмотреть, как Соболь будет себя вести, понравится ли ему этот домик без подушечки. Ну вот без подушечки как-то ему не зашло, то есть подушечку внутри надо все-таки оставить. Тут вот Соболь решил охладиться в своем питьевом фонтанчике. Он забрызгал свой домик в палатку, однако, что здорово, она абсолютно не намокла внутри. Вот Соболь опять забрызгал все вокруг, потому что день был довольно жаркий. И Бади, я так поняла, что когда он брызгается, он таким образом охлаждается. То есть это не просто он балуется, хотя и это, конечно, тоже. Подушечка от домика Бади тоже очень понравилась. То есть здесь такой вот как раз такая мохнатость, о которой ему очень нравится тереться. Потом я предприняла еще одну попытку заставить Соболя полюбить предыдущий домик, и я засунула его внутрь нового. Но все-таки самый удачный вариант – это та самая подушечка, которая была в этом домике изначально.
Она достаточно жесткая и сохраняет форму, когда соболь елозит внутри домика, и ему это нравится. Я решила дать ему его одеялко. Ну и, конечно же, соболь засунула его внутрь. Ну какой домик без одеялка любимого-то? Как тут вообще? Вот, теперь красота. Фонтан рядом, домик, палатка, одеялка. Весь комплект в сборе. Что еще нужно для счастья одному маленькому соболю? Потом я оставила Бадди отдыхать в его домике и решила проверить его немножечко позже. Вот я зашла через какое-то время, и Бадюша спал в этом самом домике на своем одеялке, вот нос торчит. Вот он вышел проверить, что я вообще пришла, что мне надо. У него тут полуденный сон. Если вам нравится наше видео о соболе Бадди, то не забудьте поставить лайк. Это очень помогает в продвижении нашему каналу.